Черный. Давай, давай. О, все, там много. У тебя можно на голове потом слайм сделать, а? Всем привет! Я Маргарита, а я Ксюша, и вы на канале Сестрички Лайф. Ребят, кто еще не успел подписаться на канал наших друзей Чао Юлия? Скорее подписывайтесь. Это один из лучших каналов на YouTube со слаймами. И он очень веселый. На канале уже более чем 280 видео, которые выходят каждый день. Юля с ее родителями очень стараются. Давайте их поддержим. Обязательно подписывайтесь, будет весело. Ссылочка будет, как всегда, в описании. Вы нас уже давно просите снять видео со слаймами. И сегодня мы снимаем пауза слайм челлендж. И пауза у нас сегодня мама. Всем привет, ребята. Вот он, пульт, чтобы ставить девочек на паузу. Я могу останавливать вас двоих, а могу останавливать вас по отдельности. Если я скажу пауза, значит, вы останавливаетесь вдвоем. Значит, если я скажу пауза Маргарита, значит, Маргарита останавливается, но Ксюша может продолжать делать свой слайм. Либо я останавливаю только Ксюшу и делает слайм только Маргарита. Все, понятно? Да. И клея у нас будет два вида. Белый и прозрачный. И еще активатор. Самое главное. Ну что, ребят, будем начинать. Я буду делать белый, а я прозрачный. Он какой-то очень жидкий. У меня крышка не открывается. Тебе помочь? Я боюсь, мама. Только не меня. Только не меня. Пауза. Фиш, фиш, фиш. Плей. Мама! Ты же сильно много. Ну ты даешь. Я же добавлю прозрачный, я буду делать глоу. У меня будет глосс. Такой жидкий. Да, не все такие. Ксюша, пауза. Можем мне что-то? Тяжелый, да? Можем мне что-то? Плей. Нет! Смотри, у нее больше, чем у меня. У тебя чашка больше, а у нее меньше, поэтому у нее получается. Ну, на, вот тебе красители. Спасибо. Нет, мне сделать? Вот какой мне сделать? Давай я розовый сделаю. Прозрачный, розовый, красивый, да? Ну да. Давай! Маргарита, пауза. Ксюш, поменяй ей цвет. Нет! По-моему, лучше не розовый. Лучше черный. Черный. Play. Я поменяю. Ты не можешь поменять. Ты должна добавлять, нет, что ты уже выбрала. Ксюш. Ксюш, я тебе. О, я тебе так устрою, когда у тебя будет пауза. Мам, давай в следующий раз ей паузу поставь. Всем поставлю паузу. О, у тебя оранжевый получается или желтый? Я добавила черный. Теперь другой цвет. Но в этот раз, мамочка, я добавлю розовый. Ну, мне какой-то оранжевый. Не в чашку. Ксюша, пауза. Я больше не хочу красить. Что мне добавить? Что мне добавить? Здесь ничего не испортит, здесь только сделает слайм красивый. Ну тут ничего не испортит. Ну краску добавь какую-нибудь, цвет. Ой, красный нет. Зеленый. Давай, давай. О, все, там много. Все, плей. Ну я же, ты же немного добавила. Ты мне, вообще-то ты мне просто положила в руки. А я тебе добавила. Он не болотный, он зелененький. Я не хотела зеленый. Ты же пожести, не хотела. Не хотела. Я хочу. Пауза. Так. Я кое-что придумала. У меня тут есть мыльца. Ксюши нет. Ксюша будет
оранжевое. Мыло же, это же хорошо. Мыло это хорошо. У вас будет слайм эластичный. Так, а тебе? Такой вот. Плей. Ты мне палец намазюкала. Простите. Ну, спасибо. Пауза. Маргарит, подсыпь ей желтеньких еще. Мне кажется, там желтенький подойдет. Ладно, я добрая. Я тебе... Красивый слайм будет. Зеленый фишболс и желтый фишболс. Так. Плей. Моя маленькая. Почему ты только мне? Сейчас и Маргарита тоже получит. Браво. Кисточкой достань. Супер зеленый подобавила. Маргарита, пауза. Давай что-то добавлю. Ты у нас будешь работать с одним глазом. Плей. Вот тогда кисточка будет работать. Вот так еще. Как мне я хотела вот это добавить, но зеленый цвет мне все испортило. Теперь ничего не будет видно. Маргарита, пауза. Ксюш, у тебя есть право добавить, что ты хочешь. Нет! Нет! Добавлю вот это. Нет, нет, Ксюша, нет. Нет, пожалуйста, нет. Почему ты такой, а? Ну что ты? Ксюша, нет! Ты же добрая у нас! Нет! Ксюша! Плей. Ну, Ксюш, ты же у нас добрая. Маргарит такой зайчик одноглазый. Пауза, Ксюша. Ну я хотела это сделать. А почему в Маргарите? Сделаю тоже. Нет! Нет, я и гель. Нет! Давайте, давайте. Смотри, давайте. Мозги зеленые. Так. Что мне добавить? Пауза. Пожалуйста, нет, нет, ты мне очень много натворила. Только не это, я не хотела. Нет, пожалуйста, нет. Ксюша. Уа, какой сочный у Ксюши слайм. Не хотела. Спасибо, мама. Плей. Спасибо. Хорошо, что ты мне этим добавила, я их ненавижу. Ребят, вы должны это видеть, смотрите, какие слаймы. У Маргариты как будто бы варенье. Шоколадом. А у меня? У Ксюшки тоже очень красиво. Ой. Может, немножечко испортим? Да, давай! Нет, почему всегда? Потому что... Ладно, Маргарита, пауза. А то у Ксюши все время была пауза. Нет, мама, нет, ну что ты... Ну, Ксюше скучно одной. На голове с всякой ерундой. Подожди, мам! Стоп! Ты что делаешь? Ты украшать слайм должна, Никола. Красота. И туда тоже. Не, ну у тебя такой съедобный слайм получается, честно. Все. Все, плей. Садись, Ксюш. Никто не... Мешай свой слайм. Ксюша, пауза. Маргариточка, посыпь ей посыпочку какую-то на голову. Вот это? Да. Нет, вот эти красивые, да.
А то мне кажется, вот у тебя какая-то красивая голова, а у нее не очень. Красиво. Спасибо. Супер. У тебя можно на голове потом слайм сделать, а? Чуть-чуть клея, активатора и все. Спасибо. Ладно, давайте слайм украшать. Плей, плей, плей. Ты как пират. Там ничего. Тебе же она насыпала фишбол. Мало? Понравилось. Как ты еще захотелось? Пауза, Маргарита. Ну почему еще раз? Давай все. Плей. Ну, ма! Ты только испортила все. Нет, у тебя там много клея. Смотри, круто же. Честно, посмотрите, какой классный у меня получается. Ты должна спасибо сказать нам. Да, спасибо. Моя идея была все. Как круто звенит. Ксюша, пауза. Ага. У нас видишь такой. Плей. Почему мне бы лучше медики не дали? Смотри. Вот я не разбираю. Что было еще, ребабич? Ребабич. Если мне эта пенка сюда уходила. Пауза. Нет, только нет. Мама, нет. Ко мне это не было. Не. Снег. Да, yes. Немного. Чуть-чуть разноцветных. Можно, не плей. Тебе нельзя пока плей. Маргита очень хотела. Плей. У тебя там уже снег появляется. Да, смотри. У тебя же клей жидкий. Маргарита какая-то такой джем. Фруктовый мишек, он круто звучит. Добавляем ароматизатор. Мне яблоко. Пауза. Дай пять. Пожалуйста, ничего не знаю. Я хочу вот такие вот, нет, я хочу такие вот конфетки. Чешется! У меня тут нет. Маргариты будут такие вот звездочки, цветочки. А, ну они колят. Все. Плей. А что ж ты пенку не на руку? И они получились даже очень неплохо. Маргаритин слайм. У меня выскакивает. У меня тоже. Здесь на самом деле фишболс по всей комнате. Вон там на полу, потому что они выскакивают как сумасшедшие. Здесь их очень много, высыпали целый пакетик. Поэтому Ксюшины скачут здесь сюда, а Маргаритина скачет Ксюшин. В общем, у Ксюшки. Ой, в общем, у Маргариты вот такой вот получился слайм. Очень даже неплохой. Только он сейчас еще с пузырьком. С него очень сильно сыпется фишбол. Смотрим у Ксюши. У Ксюши получилось прям яблоко. Пахнет зеленым яблоком на всю комнату. Правда, ребят. Он очень зеленый. Конечно, там не очень видны эти все добавочки, которые я там добавляла. Но получился очень классный. Очень классный. Ну что, ребят, пишите в комментариях, какой слайм вам больше понравился. Да.
получился. У Ксюши прическа вообще замечательная. У нее так напенилась на голове. Очень красиво. Это вот такой вот вишневый джем. Сейчас, конечно, он не прозрачный, потому что здесь пузырьки, да? Да. Пахнет очень вкусно черешней. А у Ксюшки пахнет зеленым яблоком. Вам вообще самим хоть понравился? Да! Слайм, слаймы понравились? Часть. Вторую часть? Но это мы спросим у ребят. Если они хотят вторую часть, то тогда ставьте лайки. И подписывайтесь побольше. На наш канал. И тогда мы поймем, что вам понравился этот челлендж. У тебя там еще снег. Не чувствуется? Нет. Нет? Ну там не слишком много. Ну видно, я вон вижу, вон крапинки. Я тоже вижу. Он очень классно растягивается. Ну что, ребят, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока. Ой, как мне снять, мне же спит. Все, идите мыться. Ва-па-па-ра-па-па-ра-па-ра-ва-па-па-ра-па-па-ра-ра-па-ра-ва.